А в принципе, у меня на один флаг больше. Нужно опять заложить мину. Мина, она как бы не помешает. Хотя ее снять можно. Но не помешает. Поеду опять просто прямо. Хотя, нет, это не дело. Пускай думают, что я оттуда, а я отсюда. Это будет нежданчик. Как знал. Как знал, но нужно было бросать гранату раньше. Намного раньше. Так где же меня резьбят? А вот это неплохо, неплохо. Я себя больше этими гранатами задел. Чувак, ты где? Ты же, если там меня завалил, то ты где-то здесь. Ну вот, ты где был? Неожиданно, неожиданно. Чувак не добежал. Все-таки мои мины, они вещь. Очень помогают, очень. Кустики. Вот, кстати, с этими кустиками вообще нечто странное происходит. Дело в том, что они очень отстойно выглядят. Типа, ну, графика этих кустов довольно плохая. А достаточно настроить цвета на телеке, так эти кустики выглядят как в современных играх. Графон прям поражает. Нет, чувак, у тебя шансов нет. Нет, нет, нет. А с чего он стрелял? Но шансов у него не было, он какой-то косой. Но он знает, что я сюда сейчас буду бежать. Что, нет? Да там же есть снайпер. Ты куда? Ага. Думаешь, я тебе в спину стрелять не буду? Буду. Нормально. Кстати, куда звук перезарядки оружия пропал? Он то есть, то его нет. Что за херня вообще происходит? О, вижу, вижу, вижу. Но если бы еще стрелять умел, так вообще охеренно было бы. С пистолета? Ты что, чувак, издеваешься? Флаг снова у меня, но... Но... Каким путем нести? Не, сюда. А если он меня где-то ждет? Тот же чувак, он вполне может быть уже вообще на моей базе. Или не может. Мин у меня толком не осталось. Он подорвался. Или... Нет, он не берет флаг, он на базе, но боится мины. Он видит мину, но тупит. Тупит, чувак. Флаг может исчезнуть в любой момент. Его нужно держать постоянно в руках. Это пиздец. Пиздец. Очень напряженная ситуация. Чувак, ага. Я тебя оббегу. Это идея. Ты меня будешь оттуда ждать, а я... И что за херня? Я же это тебя оббегал. А как бы... Да что за... Бля, где он был? Я так и не понял. Он возьмет мой флаг или нет? Мина, мина, сработай. Ну, мина. Так. Ну, тупо. Тупо он там стоял. Очень тупо. Кстати, похоже, когда один играешь, против двоих респы более удачные выдают. Потому что, когда в команде обычно хотя бы несколько человек есть... Респы более неудачные, а этим временем свалился. Я не хотел этого, но здесь очень такое управление транспортом тонкое, я бы сказал.
Это здание, кстати, неплохое, что сзади меня, чтобы покемперить, но... Там вроде никого нету. Где они вообще делись? Сейчас тоже попытаюсь им снова нежданчик устроить. Так, я завалил этого. И он меня, и кто-то... И второй чувак у меня на базе на моей мине завалился. Все прям в одну секунду произошло. А, вот на этой мине. Далеко же ты, чувак, отлетел. Мины очень, как бы, полезные штуки, но ставить их нужно уметь. Так, никого. Слышу машину. У меня уже класс, похоже, качается. Мне уже 3 гранаты дали. Вот это дело. Хотя это... пулемет. В принципе. Я его сейчас обойду. У меня шансов особо и не было. Хотя были, он тупил секунд 3. И я тупил секунд 3. Тупите секунд 3. Геймпад. Бля, ну. Ну я хотя бы его базукой по башке долбанул. Хотя это немного было размыто видно, но все-таки им попал прям базукой по башке. Это смертельно, понимаете ли. Так, мины, 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 мины. Пожалуй, вот здесь, чтобы на машине больше. Снайпер же. Им охеренно. Один на базе сидит, флаг сторожит, второй бегает по флаг. Когда я обычно с кем-то в команде играю, у нас вообще какая-то херня получается. Оба бегаем типа по флаг, а кто-то вообще будет сидеть вместе в каком-то месте и кемперить, и флаг ему нахер не нужен. И в итоге получается, что полная херня получается. А вот эти играют умно, умно. Я так и знал. Есть, 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 есть. Ну, а вот это, кстати, странно. Было написано, что его моя граната убила, но, по-моему, его все-таки убил автомат, а не граната. Но, так, пока что все бегают по прямой, никто не пытается оббежать. А я попытаюсь, я попытаюсь. Снова. Нет, все-таки... Не, он тоже захотел оббежать. И ему это более удачно удалось, чем мне. Намного удачней, чувак. Я по-прежнему на один флаг веду, но... Но шансы все равно. У них гораздо больше. Время еще есть. Все-таки это тупо было на его месте. Он ведь знал, что я знаю, что он сейчас сюда побежит. Мог бы и срезать. То есть под мостом оббежать, с другой стороны выбежать. Хотя, может, рассчитывал, что я херово стреляю. А я охеренно стреляю, оказывается. Я наконец-то вспомнил, как это делается. Так. Хотя я сам идиот. Он ведь тоже знал, что я отсюда буду бежать. За деревом. Но я все-таки реально его завалил. А где второй чувак? Чувак, ты где? Вот он. Он реально какой-то странный этот чувак. Когда я флаг взял, видите... Музон играет, уведомления типа, и
А он тупо сидел и не двигался. Или он думал, что я где-то взял флаг не у него за спиной. Не, странный чувак, странный чувак. На одну мину, кажется, меньше, или мне только кажется. Так, как бы на своей мине не... Так. Охеренно. 24 минуты осталось, я на 2 очка веду. Ты что? Да, ну... И почему ты там стоишь? Беги на мину, впереди мина. Или он видит мину, поэтому и не бежит. Он там что, до конца игры будет стоять? Блин, я же пострелять хотел с пулемета, а он как бы так... Ну... Снова мину. Мины очень помогают. Так, вот здесь тоже надо бы. Но где, Так, нет. Вот. Блин, думаю, слишком... Нужно было немного в другую сторону. Снова отсюда побежит или... Это типа пулемет. Откуда... Откуда пулемет? Снизу. Это, конечно, маловероятно. Но гранат не жалко, с них пользы вообще никакой. Хотя я сам себя палю. Откуда же стреляют? Что-то я не могу понять. А, с машины, кажется. Но если с машины, то... Надо мне бежать по мосту. Это идея. Это очень плохая идея. Вот сейчас попытаюсь... Ага, я тебя, чувак, вижу. А ты меня? Это охеренно. Снова в одну и ту же секунду. Этого с автомата завалило, а этот на моей мине подорвался. Это мистика прям какая-то. Серьезно. Такого я вообще никогда раньше не видел. Так. Все три мины стоят. Каким же путем мне к ним побежать? Этот, скорее всего, отсюда будет. Там снайпер. Отсюда меня не ждут. Точно, не ждут. Здесь вообще, похоже, никого нету. Что довольно-таки неплохо. Там машина взорвалась. 5-3. Но еще 20 минут целых. Так, незаметно, незаметно. Чувак, ты где? Снова, куда чуваки делись? Я так и не понял. Как бы в спину не получить выстрел. Вот ты где. Снова этот с этим пулеметом, но... Да я же ему в голову практически попал, по-моему. Что за херня такая? А второй где был, я так и не понял. В кустику сидел, ему вообще было похер. А когда меня пристрелили, так он сразу вылез из пистолета пострелял. Бля, охеренная в них команда. Думаю, второй раз они меня отсюда не ждут, не ждут. Я им сейчас устрою. Кажется, кто-то отвечает или не отвечает.